Иркутской коракка Василий Босиков атынан музыка үрдікөз колата алын орто он үрдікөз үйоғынен өрнәчілері музыка егетігер ұхуяр. Оскола 1992 сыллаққа Михаил Ефимович Николаев ұяғынан түріктемеді. Культура он искусство егетігер, сударыстванай он обсыстванай деятель Василий Афанасьевич Босиков ректор бәгінегінен өр сылларға ұтымнақтық білелерді. Үрдікі музыка сколатығар орто он үрдігі өре каналлақ арас программалар үлелілер. Өтекінен бұл жүкізгай берені көріғатын бүгін кейін қоракқа Покровский тұрақ 16 километр дастырға тұрар. Василий Афанасьевич Босиков атынан музыка үрдік осколатығар Канадская деревняға ғылдетті бұд. Бегіне сақыр спілігетін төлі ғартыға Анманның Герфиска Лидия Павловна Новгородова көрсетер. Лидия Павловна, здравствуйте. Здравствуйте. А расскажите, пожалуйста, вот о истории создания высшей школы музыки, когда был он основан, и о первых педагогах. Ну, наша школа, приказ был издан Михаилом Ефимовичем, что откроется школа в 22-м году. Мы открылись официально, занимались, пока все это достраивалось, все, где-то в 94-м году. Я сразу еще, работая в театре, открыла класс арфы. Тут все было, и фортепиано, класс арфы, скрипка, духовое, национальное, даже мы фольклорный, все хотели. Все сперва было как бы в проекте. И вот в этом году, начиная с этого года, 23-го года, уже будут юбилейные наши торжества школьные. И когда нам Василий Афанасьевич пришел, столько сделали, вот отдельно коттеджи, отдельно... Вот все наши вот фотографии, все показано. Василий Афанасьевич прямо всю душу дал. Он же всю жизнь был то замминистра культуры, и все, и знал нас с детства, все. Подобрал педагогов, профессоров. И вот мы приехали и стали открывать. Впервые на Дальнем Востоке вот у меня открылась класс арфы. Или здесь, через 10, вот это... Я, например, довольна, что открыли именно здесь. Дети приезжали, мы набирали детей из районов, дальние районы, которые никогда в жизни вообще даже не видели, что такое арфа. И когда впервые приехали, эти дети, они, как бы сказать, они... Из духа тут там натурально все переживали, впервые видели, и что такое арфа, что такое вообще музыкальные инструменты, да. Талантливые дети были. Первый выпуск у нас вообще был очень хорошо подобран. Это, получается, в каком году было? Это в 94-м. Да, в 94-м году мы как раз набрали детей. И состав педагогический был хороший. Василий Афанасьевич все старался и достать инструменты, все. Конечно, это у нас были все старые, из театра, из филармонии. Тогда даже не филармония была, а эстрадный оркестр, вот там. Ну, малом коллективе, конечно, и с инструментами, все, он очень хорошо, он даже как-то застал нам японскую арфу, это было шикарно просто, она у нас до сих пор находится. Сейчас пришла Надежда Михайловна Зайкова, вот она тоже очень активна, вот действительно надо для наших вот музыкальных школ поддержать. В этом году приобрели две арфа американки. Это вообще я предел мечтаний. Сейчас у нас вот идет с этим. В этом году все время готовимся к торжествам этим. Приехал вот мастер-класс. Профессор приехал. Ага. И мы с удовольствием ходим на эти мастер-классы. Пусть это скрипка, фортепиано или что. Потому что мы как бы с этим 2 года... дистанционным занятием мы соскучились уже о музыке, и вот с удовольствием как бы занимаемся. А Лидия Павловна, а какие у вас основных направления школы изучает, музыкальные направления? Ну а как же, все, да, и оркестровые, и сольные, и это, часто я их везу
девочек, по-моему, международные конкурсы. У меня есть учащаяся, которая сейчас Лина Варлама, она в Марокко в Королевском театре работает. Мои работали в оперном театре Новосибирска, Иркутск, Улан-Удэ. Так что везде на Дальнем Востоке просят арфистов. Нехватка как бы арфистов обеспечила театр, филармонию под арфистки. Так что везде нужны арфисты. Я очень-очень благодарна, что открылась эта школа. Поработав почти 35 лет в театре, пришла и открыла класс арфы. И дети очень эмоционально, хорошо учатся. Вот это. И столовая у нас, и кормят, и живут. В общем, условия все есть. Тем более районным всегда же скучают по дому. А тут природа. Тут весной, летом дети просто даже не сильно чувствуют, что они оторвались как бы от родителей. Воспитатели все очень опытные. Все нам помогают. Что, пускай это будет как бы жилищно, что следят за ними, стирают, заставляют их заниматься все это. И набор проводится каждый год? Обязательно каждый год набор. Ага, просто как только выпускные годят, и вот у нас в институте ученики. И наши некоторые поступают также в Москву, в Ленинград. Вот это меня радует. Мы всегда контактим. Очень помогает именно контакт с Москвой и с Ленинградом. И также в Новосибирск. В общем, во все города. Я знаю, ваши выпускники сами здесь же работают. Сами там работают, да, к ним обращаются, звонят, дайте, пожалуйста, нам арфистов. Мы с удовольствием, как только можем, есть кадр, помогаем. Есть такой яркий пример именно ярчайших, на ваш взгляд, талантливых детей? Кто-нибудь пример? Младший? Ага. Ну вот у меня сейчас вот Саргалана Амосова. Мы даже сидя сейчас дистанционно делают конкурсы. Мы сейчас, она вот взяла первую премию, отправили, значит, Уфа и Казань. И приятно, что мы не сидим как бы везде, все равно как-то уже не можем не ездить, ничего. А тут дистанционно отправили. Сложные номера там, ну, они дают нам планы. Музыка Рдюко Сколата Сахар Республикатегер Таланна Холру Булуга Уонна Яюнге Регионага Кейн Апорна и Площадка Тнамболар. Регионага Кейн Итар Люетен Чарчетнен Профильная Смена Вилляйте. А вы блин, репетиция не курил Синдзят? Сарсын Улахан концерт болар по итогам мастер-классов Владимир Ленич Кудреден бу беха профессор Москва-тан калесынджар. Вообще бу блигин беге профильная смена флейтовая школа ден мероприятия нагытахынча бут уже неделя болла. Сарсын уже түмектенер. Он эти бу программанан региональный центр Малая академия Игинен Итылда турар. Вот. Он бастакы, наверное, бастакы тохпы болу. Бүгін флейттағар аналар. Көрігі көрдік әлбәқ оға кәлін жәріктанар. Бегері школы болу батақ атын районлардан, атын школалардан. Онына оланы білген онлайн әме бері турабыд. Вот, не надо бары уверенеллер. Флейта один инструмент нага распространенный. Он вообще самый основной инструмент был, духовой инструмент. Олегин оголор юксен нар бастаки инструмент на флейта юнеллер. Только не бары от инструмента не мне талыхтан все. Олегин оттон вот он был блигин тох бар, бияха проект бар. Калярстылға республикалы сүйіс сағығар, сүйіс флейті құмуен ансамбл тәрен көндір ек бүтін бағыра бұд. Теттіндік сұғылбы сұрып бұтанынық, онын аттон, конечно, бұ бияқа ұлыған надалақ тема, оны яқа бәйбір школы бұд профессиональный направлениялақ болан, бейге бұ профессор кәлірі бияқа ұлыған сұлталақ.
К ним она уже тюрдис без среда уляр бы кенники улахан перерыв был бы так, они кельбетан уансил было. Мы блин кален нага юрен котен улахан котен лахту гулялисин тебе. Он тут ханек кине все духовер кестрене не мяжерк танар. Нега на хасер даттан агастан киха агаскалды бие манды гулялисин тебе. Вот. Мин бен булдан дити бу проект руководителя булабын. Нега на постоянно жалеть. Иди куда. Хурбет Осылыхигер музыка дюкос колата 200-ді гүйрек 12 хүстен тақса орта профессиональный вирек тэхэн специалистарын тахарда. Эдер специалистер Галина Кривошапка атынан Сахар Республикатин Сударствованной филармония жетигер. Суорын Молан атынан оперуна балет театрыгар, оға искусство атына осколаларыгар стихиляқтик үлелилер. Бұсылар усталарыгар ағыс үстен тақсы өрінәте бүтін Россия тағы, Андойду тағы конкурстарға лауреат онна дипломант атын ылбыттарам. Мен атым Слепцова Настя. Амалғуттың түріттәқпен. Иккетгінші сылаққа высшая школа музыки поступайдавдым. Иккетгінші 11 сылаққа сколыны бітірбдім. Иккетгінші 16 сылаққа институтын бітірбдім. Мен флейттаған нюбын. Берінер сылар бітір мұны интернат қалар ордебет. Нәжетік олар бұпуд, бары әйләқ байдык. Значит, я дружу со школой, высшей школой музыки, дружу с первого года 21 века. То есть мы 21 век встретили вместе фактически. И вот с этих пор я бывал здесь неоднократно. Бывал еще, при Василии Афанасьевиче Босикове. И мы много успевали сделать, потому что фактически за это время мы и подняли класс флейты, подняли симфонический оркестр, который вот недавно праздновал уже свое десятилетие и так далее. Это, конечно, было очень приятно. И последний раз мы были здесь, вот я был со своими студентами, с концертом, и плюс мастер-класс у меня были здесь. Это ровно 10 лет назад. И вот 10 лет прошло, и я приехал сюда, ну, как в родной дом. Вот честно вам скажу, как в родной дом, потому что, ну, на самом деле, здесь созданы все условия для воспитания молодого поколения музыкантов. И я скажу, что одни из лучших условий в России. Вот таких подобных условий в России больше нет ни у кого. Поэтому этим стоит гордиться, и это стоит как бы лелеять и холить эту систему, при которой дети могут жить и обучаться здесь же, на территории, на свежем воздухе, получая все максимальные знания от своих педагогов, и это очень важно. Конечно, за эти годы, за 10 лет, что-то изменилось в школе. Я это увидел. Ну, это, естественно, новое поколение детей, которое растет сейчас. Они, конечно, отличаются от того поколения детей, но среди них есть очень талантливые дети. И это очень радует, что талантливые, целеустремленные. Они уже сейчас хотят добиваться результатов, хотят видеть свою перспективу в этой профессии. И это замечательно. Поэтому я работаю с ними удовольствием и просто получаю радость от общения с ними. Вот. Thank you.
Молодцы. Браво. Браво всем. Хорошо. Замечательно. Только стараемся, чтобы ножки были прямыми. Ты сейчас сгибаешь, это я облегчаю себе задачу. Четверку рисую. Внимательно, прямыми ногами. Вдох. Крупно. Наверх. Вниз. Подставка. О, молодцы. С подставочкой нарисовали. И пятерка, последнее внимание. Приготовились. И вдох. Музыкарвико сколата кейін коракка керечана илхалақ Покровский тракт 16 километрдах сіргер тұрар. Вернәчелер олары ропсайдарын ұрақ Канады сірттен келен топыттыра ропсая 37 коттедж бар. Музыкарвико сколатыгар ропсая сүйсеттуынағыз вернәчі, оны сүйс үз үрдік өрек студионнара вернәлілер. Оғылар музыкай гетін таптаныр, олықтырын суолын ұстанныр, сыға сіргерері болбаққа, Россия бұтылған кораттарыгар, оны тәне таз дойдуларға үлелелер. Канадский джиголор юрнечилери, кюречи, итечи, сахар республикатин юрегаритин туйгуна, Россия анал юрехтэхэнин бачотта кулэхэдэ Екатерина Платоновна Политинская юрелэвдэн омну сюрбағастыла болла. Кене ели истин сэхэнэгар гуттанан улапы тоғылар, білігін ара сэгэгэ сэхэляхты кюрелі сунчаллар. Кюрергут курдук музыка юрдюка сколата олох. Оюр ортотугар турар керечан айылғалақ сірге Покровской тұрақ 16 километрда. Рақтан дұрақтан бігеге мосты көребіт, бұ мостыны бігеге Стасов мост енатты өткені Афанасинка Станислав Максимовичка анан ұңғылы бұт моста. Олен Стасов мост ебіттігі. Бұ көрергі құрды қатын чаран, бестер бұстырған жауыны рақтан, Барғай сәргелер ортолары бар. Беге ұбастыр үтіктір кейбет Василий Афанасьевич Босиковский вера. Көстер. Бұжа керечан айылға бұтығар музыка үрдігі сколатын самай күндеті қаны кейбет Василий Афанасьевич Босиковский вера. Көстер. Бұски вера. Бұ пүснектар, онны үліхеттер. Көгіләхімінерінен тұтылынна бұйыл күгін үліға кейінде. Көрергіт күрдіқ қосқола бұт эмблемата қомуғынна қомыс үрдігер күталық. Көтәнігер бұ Василий Афанасьевич бәйті толқуда бұт эмблемата. Ол эмблематын бәйтігер сұғыры тұтаммыт бұ өйдігінлік памятник тұмыр. Илья Жакопы, Дуренебе, Ольга Григорьевна Кошлива.
Лебедев Сергей Иннокентьевич Веренетчите, Колесов Коля, Убис класс Коротогото. Бұқұрдық Василий Босиков атынан музыкар дүкөз қолата, кәреғі, сырдыққа, музыкалыпта ғайгетігер үгіз көліне чаты ұхуя, онны ұхуя тұрдаға.